Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Спонсор сегодняшнего видео — Денис Кузьмин. Он заработал в интернете не одну тысячу долларов и теперь пришел на YouTube передать свой опыт всем желающим. Денис рассказывает об удивительных тайнах интернета, палит фишки по легкому заработку в сети и раскрывает тайны заработка известных людей. Проверено мною лично, рекомендую. Подписывайтесь на канал Дениса по ссылке в описании, я подписался. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайтер, и сегодня, ребята, мы записываем рубрику, которая называется «Православный и цыган». Вот, ребята, в последнем выпуске, когда я его записывал, я там, ребята, помню то, что я, так сказать, раканул и убил Кирилла в первом раунде, и, соответственно, я проиграл. Но все равно по раунду, ребята, я выиграл 3-0, и, соответственно, ну, как бы, то на то и выходит, что я выиграл. Ну, в общем-то, ребят, сегодня со мной будет играть Хой. Поздоровайся. Всем здорово. Вот, ну и с нами еще сейчас тут Кирилл, если он еще не ушел, тоже поздоровайся. Всем привет. Да, он пока тоже будет с нами играть улички, но да, потом он, может быть, уйдет. Спектр тоже? Всем привет. Так вот, ребята, и мы записываем, получается, с Ховиком сейчас, и давай на камень-нож бумага выясним, кто у нас будет православным, а кто цыганом, соответственно. Готов? Да. Давай, раз, два, три. Красавчик. Давай, раз, два, три. Красавчик. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты издеваешься? Давай. Раз, два, три. Есть, я выиграл. Я, короче, буду цыганом. Я у тебя буду... В первом раунде, так сказать, цыганить флаг. Так, ладно, короче, давай, ты выходи, переодевайся там, я переоденусь тут, на что, в принципе, удобненько. И от этого, в принципе, и будем отталкиваться. Сейчас. Так. Че, ты будешь тут или выйдешь? Я уже выхожу, у меня гараж взорвался просто. А, ну все, я понял. Так, ладно, ребятулечки, ну мы сейчас переоденемся, соответственно, для, так сказать, просто нагибучего состояния, чтобы увести у Ховика флажочек. Потому что нам нужно это по-любому прям сделать. И будем мы играть, ребята, вот на вот этом. Так, нормально. Ну, вроде норм. Так, ладно, Ховик, ты готов? Ой, стоп, 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 секундочку. Что-то я забыл, просто первый раз играю. Ну, ты переоделся или что, или нет? Да, вот, сейчас я готов. Ну, все, давай, перезаходик сделаем. Сейчас я выйду. Соответственно, я захожу за синих, ты за красных. И, так сказать, погнали. Играем 3 раундика. Ну, красавчик, зашел за синих. Я тебя понял. Я тебя понял. Так, ладно, ребята, нам нужно стырить Ховика флажочек, но ему, соответственно, надо этот флажочек, конечно же, контролить. Чтобы я, так сказать, у него его не стырил. Ну, чтобы нам это сделать прям вообще жестко и четенько. Ховик, здорово. Здорово. Ах ты говнюк, а. Вот, кстати, вот это вот мне не нравится на вот тишине. Потому что здесь вообще хрену так замучишь. Ой, нет. Как ты карабина, Ховик? Да блин, ну у тебя не меня. Бам. Нормально, так, ребята. Все, первый раундик у меня получилось за 6. Ну, не знаю, возможно, даже 5 раундиков сыграем, если так все изи. Так, ладно, давай, ты переодевайся в битву, я сейчас выйду, по-быренькому переоденемся. Получается, сейчас у нас я буду православный, я буду дефить флажочек, но Кирилл у нас... Ой, Кирилл Ховик, соответственно, у нас будет этот флаг, конечно же, пытаться увести. Так, ладно, а чё мне такое прям жесткое одеть-то? Так, ему бить меня нельзя, поэтому я возьму даже легкий корпус. Тяжелый корпус как бы брать нет смысла. Даже. Ну и давайте, ребята. Все, я в принципе готов уже. Я тоже. Ты переоделся? Давай, выходи. Соответственно, я сейчас за красных или ты? Давай ты. Ой, давай ты за синий. Окей, давай, ребята, я за синий, Ховик, раз, два, три. Все, соответственно, заходим, залетаем. И сейчас будем, конечно же, пытаться задефить наш флажочек, да. Главное, как раз таки, фишка, ребята, этого боя — это нам задефить наш флаг. Да, Ховик? Да. А ты где, Ховик? Блин. Ха-ха-ха.
Это просто. Хорик, здорово. Ты, мне кажется, изи вообще тактика, нет? Я вообще не предугадал ни с чем. Чё ты? Я о чём, что хотел, вообще не предугадал там с корпусами. Ну, кстати, да. Кстати говоря, да. Я, кстати, не понимаю, ребята, да, зачем я нарю всё-таки себе броньку. Потому что Ховику как бы меня бить нельзя. Это оно и понятно. Вот, но мне, в свою очередь, можно Ховика лупасить прям по полной программе. В смысле ты встал в плюс? Козёл, ты же должен был по всей теории вероятности ввалиться в минус. Ах ты крабина, а. Так, ладно, ребята, 1-1 у нас счет. И, получается, переходим так ко второму раундику. Сейчас я выйду переоденусь, Ховик у нас переодевается в битовке. Нифига ты какой опасный-то чувак, оказывается. Да, я думаю, сам минус упаду, хорошо, что у меня еще перезарядка была. А сдернул все-таки у меня флажочки-то, а? А вот это я-то не предугадал, ребят, вот это я не предугадал. Так, ладно. Давайте сейчас сыграем именно вот так вот. Да, я все готов. Так что можешь уже переходить. Так, за кого я залетаю? Ну, я. Давай опять. Давай, нет, наоборот. Я за красных, ты за синих? Да. Давай. Все, раз, два, три. Погнали, ребята. И сейчас мне нужно задефить, конечно же. А нет, мне нужно увести. Мне нужно увести, ребята. Опять. А чтобы мне увести на язычах, мне нужно просто заехать сейчас на его базу, спихнуть его с флага и увести. Ох, как дрова. Оп. Оп. Да нет. Нет. Аптечка? Да, блин. Да, блин, это... 2-3. Ау, тема. Так, ладно, сейчас я опять, ребят, перезахожу и пытаюсь переодеться, конечно же, под Ховика, чтобы, так сказать, завалить, замочить его. И чтобы он не смог у меня утащить это все дело. Так, ладно, будем действовать сейчас вот таким вот образом. Не знаю, конечно, насколько это будет оправдано, ребята, но попробуем. Конечно же, попробуем. Так, Ховик, ты готов или нет? Да. Окей, давай, перезаходи, я за синих, ты за красных. Раз, два, три. Все, погнало, полетело. Это, получается, у нас 4-й раундик. И пока счет идет в мою сторону. Это меня, конечно же, радует, ребята. Но не настолько, как, конечно, хотелось бы мне. О, угадал. Ты, кстати, у меня с первого раза вообще не лег в минус. Ты понимаешь это? Угу. Вот это, кстати, было вообще не круто. Вот это бы, ребята, было просто не круто. Но, кстати, с пушкой я не угадал, да. Я прям полный краб. 48% от меня, я ему просто своей смокой, мать его, ничего не сделаю. Ой-ой, вот у меня единственное, так сказать, предложение тут. То, что мне нужно тебя, конечно же, ложить в минусы. Ну как ты так лагаешь, аж жучара? Эй, Ховик, козел. Ладно, ладно. С кем не бывает. Эй, Ховик. Мне кажется, это просто изи. Нет? Думаешь, нет? Хотя вот я тоже так думаю. Так, ладно, ребят, давайте не будем нарить все-таки броньки. И сейчас я опять, так сказать, пересрался и занарил себе зачем-то бронечку, хотя она мне, по сути, вообще нахрен не нужна. Так, на, пошла, поехала. Да. Да какого лешего? Ах ты собака такая, на тебе еще крита вдобавок. Так, ладно, ребята, счет 2-2. Нормально. И сейчас мне нужно просто утащить у Ховика флажочки, так сказать, и я зарешаю в этой каточке. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Вот, я только сейчас тебя, кстати, убил. Вот это прям вообще не круто.
Так, ладненько, ребята. Ладненько, ладненько, ладненько. Сейчас я такую пушку возьму, которую ты офигеешь. Жесткую? Да. Просто жидчайшую пушку. Я уже понял, в принципе, что ты там возьмешь. Угу. Так что мы, ребята, я не знаю. Ну, давайте попробуем вот на вот этом вот утащить. Я готов. Я тоже готов. Ох. Это сейчас будет просто нереально, ребята, я так думаю. Так, давай я... Да, ну ты за синих, я за красных, соответственно. И попытаемся, попытаемся, конечно же. Опять. Чё опять? Защита у тебя там. Чё? У меня от тебя защита? Да. А. То есть у меня тебя... Так я тебя все равно бить не могу. Да, я знаю. Это изи-вуд. Думаешь? О-о-о! Просто. Эй! Эй, лагер! Эй! Ты охерел, что ли, ховик? Козел! Хватит лагать! Ох ты, говнюка кусок! Видите, ребята, как... какого хрена? Хуй, оф и читы, а? Нет читов. Нихера себе. Вот сейчас, кстати, было страшновато. Немножечко. Да сука, не успел, не успел, тупо не успел, два аптечки сраной. Ой, ребята, 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 чувствую, будет жарковато. Вот если бы Хоуи, кстати, так не лагал? Да, у меня нормально FPS сейчас. Да, действительно нормально у тебя FPS. Ты посмотришь, как у меня на видео, у тебя нормально FPS. Что-то, видать, с пингом у тебя немножко ненормально. Вот смотри, вот как так-то? Как вот просто ты так под меня залазишь на изичах? Я не знаю. А через аптечку, да, едешь? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй, и походу я прогадал, ребята, походу я тупо прогадал здесь корпуса. Надо было брать проверенный, так сказать, викинг. Надо было тупо, ребята, брать ты, проверенный ты видишь, викинг. Ты где там, ты на эти можешь вытащить. Ну да, только есть, мне надо дождаться твоего КД. А я пока это не могу. У меня КД сейчас как раз. Да, действительно. Ну так, с тобой просто невозможно играть. Я не знаю еще. Ты издеваешься? Ребята, видите? Да, это последний раунд. Нет, это тупо забей. Ребята, я хз, что с этим чувачком делать? Но я не понимаю, как он через меня так пролагает вообще по-жесткому. Ну, сейчас я не лагал. А сейчас ты не лагал, да. Ну все. Это просто. У тебя много хп? Где-то меньше половины. Да! Я вот это, кстати, дождался. Так, вот, ребята, в общем-то, короче, вот такой у нас сегодня получился выпуск православного и цыгана. Не знаю, ребят, может, где-то в каких-то моментах я молчал, но уж в последнем, кстати, раунде. Ну, за это вы меня простите, извините. Я был, так сказать, сконцентрирован, потому что я уже, так сказать, впечалился, потому что я не смогу, думал, то, что не смогу увести как раз-таки у Ховика флажочек, потому что он меня с молота просто разносил на язычах почему-то. Вот так вот просто. Охереть. Это же просто охереть. Вот как может вас по молоту перевернуть титана? Я, конечно, просто охереваюсь. Вот. Ну, в принципе, ладно, ребята. Короче, с вами был Ховик и Вайдер. Рубрика была «Православный цыган». Всем пока-пока. Всем пока.